Друзья, всем привет! Я Лена. Я Катя. И вы на канале «Психологини в моде». Здесь вы увидите психологические обзоры и комментарии на разные модные явления. И сегодня мы поговорим о значении одежды и о значении того, как мы одеваем наше тело. Мы частично это затронули в выпуске про Линду Евангелисту, но сегодня мы раскроем эту тему более полнее. Да, как мы и обещали, мы начинаем съемку цикла такого про отношение моды и тела, да, тела и одежды, очень значимая такая тема в нашем современном мире и вообще в мире красоты, в принципе. Поэтому не пропускайте наши видео, смотрите их очень внимательно и пишите нам в комментарии свое мнение. Да, не пропустите, подписывайтесь и ставьте обязательно колокольчик. А мы поехали! Да. И начнем мы с тела, а точнее с функции тела. Помимо вообще какого-то биологического значения, биологического предназначения тела, ты как бы существуешь вот это, со своей плотью в этом мире, а тело еще имеет культурное значение. Тело одевали всегда по-разному в соответствии с тем временем, той культурой, в которой находилось это тело, да. Тело как будто буквально одевали в то мировоззрение, которое существовало вместе с человеком. Очень важно рассмотреть этот аспект с этой стороны, потому что под нашим видео про героиновый шик очень много писали люди о том, что мы одеваемся, как мы хотим, никто не влияет на наш выбор, на то, как мы выглядим, но на самом деле это совсем не так. Мы все живем в определенных культурных реалиях, мы имеем определенный контекст в своей жизни, понимаем мы это или нет, но мы следуем этому контексту так или иначе. Помимо вот этой функции культуральной, есть еще также функция тела как системы символов. Ну, то есть, глядя на человека, на его тело и на то, в чем он одет, мы, по сути дела, считываем систему кодов, систему символов, которая отсылает этого человека к определенной точке времени, к определенной эпохе, и в том числе к конкретной ситуации. Это вот третья функция одежды. Если мы увидим, например, девушку в каком-то вечернем наряде, то мы сразу поймем, что это определенное какое-то официальное торжество, не знаю, процессия какая-то, потому что наряд, он олицетворяет эту процессию. Да, вряд ли она вышла просто в магазин, хотя в наших российских реалиях все может быть, когда выходишь и боишься бывшего встретить, когда мусор выносишь. Ты помнишь, там вот эта женщина, она пошла в каком-то шикарном халате и с пакетом пятерочки, да? Потрясающе, ну это может быть, мне кажется, только в России реально. Даже обнаженное тело изображено, например, на каких-то картинах, оно олицетворяет ту эпоху. Мы это обнаженное тело как бы видим в контексте той предполагаемой одежды, которую можно надеть на это тело. Да, в этих рамках есть один очень известный музей моды Киото в Японии. Они специально разработали и заказали очень дорогие манекены, которые соответствовали бы телам людей той эпохи, одежду которой они представляют. Потому что представлять все на обычном стандартном манекене, это в корне неверно, потому что это не передает контекст и ситуацию. Одежда сидит не так, она не показывает ту реальность. Ну, и надо понимать, что тело же тоже очень сильно меняется. Еще, наверное, такая функция тела в обществе. Тело является такой точкой координат, видимой совокупностью наших намерений. Ну, то есть, мы, например, выходим из дома, да, мы находимся в определенной точке координат. Нам нужно переместиться, например, в точку координат работы. Вот, там как бы определенная тоже есть особенность строения других точек, других людей, других предметов, и ты идешь в эту точку координат в соответствии с ней. То есть ты подбираешь ту одежду, которая соответствует той ситуации, той конкретной среде, в которой ты должен очутиться. Это не просто речь идет про, там, не знаю, вы пошли на работу, одели офисную одежду, или пошли там, в школу, надели школьную форму, а скорее про более тонкие материи, ведь если вы сменяли когда-то работу, даже работая там, в офисах всегда, вы наверняка в один офис одевались по одному, а в другой немножечко по-другому, потому что вокруг вас были разные люди, у
них были разные привычки, у них были свои особенности, вы как-то под них подстраивались, или банально у вас на работе появилась какая-нибудь людка, которая вас бесит, и вы надели самую лучшую рубашку, чтобы ее удивить, а не будь этой людки, вы бы не надели эту прекрасную рубашку. Тело, как таковое в одежде, это всегда интеграция в общество, интеграция в ситуацию. Угу. Тело в одежде, оно неразрывно связано с социальным контекстом, в котором находится человек. Поэтому мы, наверное, плавно еще перейдем к функциям одежды. Да. Так, ну, у одежды, как и у тела, есть ряд функций. Конечно, самое очевидное — это защитная функция, да? Мы одеваемся для того, чтобы нам не было холодно, чтобы, не знаю, нас спасло покрытие от комаров, от каких-то погодных условий, дождя и так далее. Это первая такая, наверное, самая однозначная функция. Вторая — это, конечно, отображение себя в обществе. Mm-hmm. То есть репрезентация mm-hmm. такая самого себя в том социуме, в котором ты находишься, чтобы показать другим людям свое место среди них. По сути, одежда является продолжением тела mm-hmm. и продолжением личности. Одежда, она показывает тело, оно делает тело, личность mm-hmm. человека в том числе, видимым. Это вот как раз та отсылка про точку координат, это вообще теория Мерлопонти. Одежда нам помогает стать заметными mm-hmm. вот в этом пространстве. Вот, а одежда, она такое средство, которое позволяет mm-hmm. человеку заявить в том числе о себе. Очень интересно, что в английском языке это более тонкое есть такое выражение getting dressed. Mm-hmm. У нас, типа, мы одеваемся, а вот getting dressed — это вот показатель именно активной позиции по отношению к тому месту, тому времени, тому mm-hmm. обществу, куда ты хочешь прийти. То есть ты подготавливаешь свое тело с помощью одежды для того, чтобы выйти в общество, и чтобы это общество как-то тебя приняло все-таки. Ну, вообще, мне кажется, в англоязычной сфере чуть больше таких тонких фраз и выражений, связанных с одеждой, которые показывают влияние на этот процесс социума и социальной mm-hmm. жизни, в которой mm-hmm. человек mm-hmm. находится. Следующее. Вытекающая из этого функция одежды — это средство вообще, ну, жизни самого тела. Все наверняка мы видели видеостилистов каких-то в Инстаграме, фотографии смотрели, не знаю, в детстве «Снимите это немедленно», Рогова или еще кого-то, где рассказывали, как правильно одеть разную фигуру, чтобы было комфортно. И каждый из нас одевается так, чтобы ему было комфортно. Все мы знаем свои изъяны, недостатки, которые объективны или субъективны, и одеваемся так, чтобы нам было комфортно при их наличии, да, чтобы их скрыть, или наоборот, кому-то комфортнее их показать. Uh-huh, И это тоже определенная функция одежды, да, подстроить наше тело. Ведь визуально мы можем из фигуры яблока сделать треугольник, квадрат, песочные часы, что угодно, и играть с этим бесконечное количество раз. Да, и вот тут есть как раз-таки то самое соединение. То есть uh-huh. мы лично свой вот этот телесный опыт, мы знаем свои, например, особенности, я надеюсь, uh-huh. Знаем свои предпочтения какие-то цветовые, mm-hmm. знаем свои особенности конституции. И вот этот личный телесный опыт взаимодействия со своим телом мы облачаем в одежду, которая должна также нас включить в какую-то определенную социальную mm-hmm. ситуацию в том числе. То есть тут идет соединение телесного опыта с внешним твоим социальным mm-hmm. опытом. Потому что то же самое, например, если ты выйдешь, ну, голым на улицу или на работу, то это будет неуместно, тебе будет неловко, да. И ты даже, возможно, воспримешь это на свой счет, якобы ты не умеешь подобрать угу. или надеть одежду в определенную социальную ситуацию. Это очень грубый пример, но он очень показательный. Также, ну, бывает на различных мероприятиях, когда вы понимаете, что вы приходите, и вам кажется, что вы как белая ворона, да. отличаетесь от общей массы. Хотя иногда у людей наоборот это доставляет комфорт, да, особенно вот
можно встретить очень часто в России женщин, которые, как я уже привела в пример, да, мусор идут выкидывать в вечернем платье, не дай бог бывшего встретить. И они так ходят везде, в кино, в магазин, в МФЦ, куда угодно. И потому что им так комфортно. Наверное, это, ну, это тоже об этом же. Можно считать, что человек хочет чрезмерно понравиться этому обществу. Возможно, да. И только с хорошей стороны. Я думаю, что это еще такой психологический момент. Есть какая-то картинка у человека, он посмотрел фильмы, в которых был определенный образ человека, да, там какая-нибудь красивая, уверенная женщина, она всегда при параде. В фильмах это очень частая, да, картинка, которую мы видим. И она считает, что общество ее будет принимать только вот в таком виде. Либо чтобы показаться другим, да, показать другим какую-то там свою сторону, часть личности. Последняя функция одежды, она также тесно сопряжена с функцией тела. Одежда — это отражение времени, эпохи, социальной ситуации, ну, равно как и тело. И, конечно, очень интересные изменения, которые произошли относительно недавно, вот где-то до середины 20 века. Дело в том, что раньше то, как ты должен одеваться, и то, каким должно быть твое тело, тебе предписывал закон, философия, идеология. Вспомнить, например, Древнюю Грецию, ту же самую. Ты как бы должен иметь здоровое, красивое тело, потому что, во-первых, ты должен быть полезным гражданином полиса, если что, пойти в бой сразу. А также ты должен был гармонировать с окружающей средой, с окружающим вот этой архитектурой. Искусством. Да, колоннами вот этими. Если в средневековье ты обязан был одеваться согласно твоему социальному статусу, или, например, в Китае ты должен был обязательно вот гармонировать с окружающей твоей природой, поэтому там должны быть и рисунки определенные. Да, да. И религиозные вопросы здесь тоже влияют, потому что каждая религия диктует свой внешний вид, да. Мусульманская религия — это определенный образ, в христианской тоже свой, причем он различается как в католичестве, так там, в православии. У буддистов свое представление, именно религиозное. И так как религия в какие-то периоды жизни была доминантой культурного всего пространства, то, ну, это тоже было таким очень влиятельным аспектом. Раньше, получается, это все вот эти формы тела и формы одежды, виды одежды, они были как бы предписаны, то сейчас ты решаешь сам, что ты должен надеть. С, конечно, с большой оговоркой, что также у нас есть мода, потому что мода, она дает тебе спектр вариаций, которые ты можешь выбрать одежды, вот. Но так или иначе, ты больше все-таки волен выбирать сам, как ты представишь себя, свое тело, свою личность в этом обществе. Внешний контроль перешел во внутренний контроль. Если раньше локус контроля был чисто внешним, да, вот законодательным и все остальное, то теперь этот внешний локус, он просто перешел вовнутрь, он ну, то есть он не стал нашим личным прямо чистым субъективным «я», да, голосом внутреннего, он остался как бы, ну, по крайней мере, на нашем постсоветском пространстве, мы смотрим на себя глазами других людей и думаем, как нас воспримут, и одеваемся очень часто вот через вот эту какую-то сложную такую цепочку. Да, если власть над человеком раньше была чисто внешняя, то сейчас она как бы отдана обществу, ну и лично самому человеку. То есть мы всегда ориентируемся на мнение, я говорю про современность, на мнение других людей, кто что друг о друге подумает. Собственно, из этого и проистекает новая этика, культура отмены и все остальное. Вот эта власть, она отдана на руки народу, на руки общественному мнению. И, конечно, на это очень сильно соцсети повлияли, да, потому что у нас информация разносится за секунду, вы выложили историю в запрещенный грамм, и ваш образ увидели 500, 700, 1000, 2, 5, 10 человек сразу. Все друг за другом наблюдают, то есть тут как бы большой брат распространился на всех. Кажется страшно, как черное зеркало смотришь, но с другой стороны, для политической и социальной жизни достаточно удобно. Но главное еще отличие в том, что сейчас все-таки даже находясь под этой властью общественного мнения, наше время, оно больше благоволит к тому, чтобы
уйти от этого общественного мнения? Ну, в том плане, в принципе, больше ориентироваться на самого себя. Наверное, именно вследствие этого и появилось такое сильное дробление. Если раньше все, ну, прям лет 300 назад, да, 400, все одевались плюс-минус одинаково. Да. А теперь у нас есть миллион субкультур каких-то, направлений, подвидов, да банально, даже если вы одеваетесь там, соответственно, ДНК какого-то модного дома, вы выглядите чуть иначе, чем там человек, который одевается, соответственно, ДНК другого модного дома. Ну, то есть какие-то вариации. Mm-hmm. Вот такой вот вводный выпуск у нас получился вот в тему. Тема очень большая и обширная, но сегодня мы постарались поговорить о каких-то базовых ее элементах. Так, подготовить, подогреть вас, фундамент, все, чтобы вы были готовы, потому что мы начнем с древних цивилизаций. Будем, конечно, глубоко копать и в философию, и психологию. По крайней мере, стараться. Стараться. Мы постараемся. Поэтому оставайтесь с нами, подписывайтесь, ставьте лайки. Ставьте лайки, пожалуйста. Колокольчик. Да, это нас очень мотивирует. Друзья, всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Пока! И начнем мы с... Нет. Главное, что все воткнуто. Так, петличка. Да. Просто что происходит? Вы бы это видели. Может быть, я это оставлю. Психологиня диких. В дикой природе. И тут заставочка. Окей. Okay.